Футбол – одна из самых зрелищных игр. В него играют все, от мала до велика, практически во всех уголках земного шара. Любят футбол и в Сарове. Уже стал доброй традицией проводить в мае турнир среди самых маленьких любителей этого вида спорта. Очередной чемпионат по футболу 5+, стартовал 11 мая. В этом году он привлек ребят из 21 детского сада. Турнир проводится для популяризации, скажем так, футбола, привлечения большего количества детей для занятия футболом. И не только футболом, скажем так, физкультурой, в детских садах. Ну и в последующем, может быть, из этих ребят что-то получится, и мы их увидим на более взрослом уровне, там, чемпионат города, чемпионат области. Все команды разделили на 7 групп. В группах 3 команды играют в круг. Команды, которые заняли первые места, и 2 лучшие команды, занявшие вторые места, образуют золотой кубок. Все остальные, занявшие вторые места, и 2 лучшие команды, вышедшие на третье место, образуют серебряный кубок. Слабейшие по итогам групповой стадии вылетают, а остальные образуют бронзовый кубок. Мы сыграли 5-0, я забил 4 гола. Матч был очень подный. Я хотел сделать подкат, но не получилось, потому что слишком много народу, там народу было. А вообще результатом с вами довольны? Да. Первая прошла нормально, ну конечно, все хотели выиграть. Вторая потом немного получше. Я начал обводить уже змейкой и начал уже голы вбивать. А ты что сделал? Я стоял у воротах близко, чтобы Тём не дал пас. В первом, наверное, мы были, наверное, не уверены. Думали, что мы выиграли. Поэтому были расслаблены. А второй, мы уже там так разозлились и начали так посильнее. И если и в команде 31-го сада, и в команде 40-го играли одни мальчики, то детский сад номер 8 разбил стереотип о том, что футбол – это мужская игра. В обороне у них стояла девочка, ворота также защищала представительница прекрасного пола. Мы хотим, чтоб никто не обижался, если он проиграет. А ты на воротах стояла, да? Тяжело было? Да. А что тяжелого? То, что мяч еще когда я пошла за мячом, и потом у меня голова заболела, когда я мяч кинула. А вообще еще вратарем-то будешь? Планируешь быть? Да. А почему тебя вратарем выбрали? Потому что я слежу за мячом, ловлю его хорошо. Финальные игры пройдут 19 мая, а уже с 1 июня в Сарове стартует чемпионат по космоболу среди воспитанников детских садов. Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.